меня нет никакой традиции. Завтра попробуем максимально проехать гонку и посмотрим, будет ли она в дальнейшем традицией. Но поговорить особо не удалось, потому что первые атаки он взял на себя, то есть сначала он уехал, и как только его догнали, уже следующая атака была моей, и так приехал второй, но я с ним особо не успел поболтать. Такая форма для меня это новая, то что я смогу соперничать с такими серьезными соперниками. И на пас-басках, это была моя первая, получается, гонка, там я на разделку вышел уже. Спасибо, Галов и Кортис Кулина.